Всем привет, с вами Жора, и сейчас будет кое-что интересненькое. Я научу тебя упаковывать подарки круглой формы и прямоугольной формы. Я буду использовать подарочную бумагу, ты же можешь использовать обычную, или газету, или крафтовую бумагу. В общем, на твой вкус и цвет. Ну что, не будем медлить. Обязательно подписывайся на мой канал, ставь лайк и погнали! Ну а на этом все, надеюсь, вам понравилось, как мы упаковали с вами подарки. Вот так вот мы упаковали с вами iPhone. Блин, ребята, это достойно. Мне кажется, это достойно. Еще нужно такую ленточку добавить, и вообще кайф будет. И вот так вот мы упаковали с вами цилиндрический подарок, значит, цилиндр. Это круто, блин, мне нравится. Поэтому спасибо за просмотр. Если тебе понравилось это видео и упаковка подарков, обязательно ставь лайк, подписывайся на мой канал, и тогда тебе на Новый год подарят iPhone. Ну, это не точно, конечно, но шанс есть. Поэтому ставь лайк, подписывайся на канал, и увидимся с тобой в следующем ролике. Пока!